галоперидол. Тебе рифма приходит к слову котка. Котка, селедка, кокотка. А я почему-то сразу же хуетка подумал, ну я очень неприличный человек. Слово дня, галоперидол. Что, суббота? Опять? Да, и снова мы. Две пылких пары глаз, две пары несносимых ноги, два горячих сердца ищем для себя приключений. На вопрос, с чего начинается суббота, каждый из вас, драгоценные наши видеозрители, может ответить сам. У кого суббота время покорения дачи, отложенное на выходные? Для кого-то время посещения далекого, но обширного супермаркета, где есть все-все-все и даже больше. Не понимать, куда мы тут ехали. А теперь правила ковыряния в нас. Их преподают Родион. А кто-то в эту субботу, забив на работу, решит проникнуть в театр или кино на свежую постановку или кинопремьеру. А кто-то предастся самозабвенно домашним хлопотам, там уборки, стирки, но мы совершенно иное дело. Мы спешим заре навстречу, финляндской заре навстречу. Благо кое-кому из нас срочно требуется открыть шенгенскую визу. И никто ее не принимает, но возьмем штурмом. Финские города берут штурмом. Легкой джазовой походкой отправляемся мы в Котку, ту самую, которая, как и Петербург, на Финском заливе, где так же ветрено и дождливо. Подчас кажется, что в Петроградском районе Котки идет один и тот же дождь, где мощные скалы, словно могучие приветы из прошлого, выпирают из земли тут и там, где огромный музей-корабль стоит на самой береговой линии, почти в порту, где удивительно, ни с чем не сравнимая скульптурная галерея оригинальных творений прямо посреди центральной улицы расположена, где повсеместно удобная парковка, где, в общем и целом, распалили себя планами. Не во всем наполеоновскими, но московско-варежкинскими. Какими, какими, переспросите, а вот такими. Как только вы пересекаете благословенно российско-финляндскую границу, так тут и начинаются чудеса. Чудеса внезапной мании шопинга. Старт дает Финляндия. Благо весь этот шопинг в двух шагах от таможни. Не успел и пары километров проехать по стране соседской, как тут вам царь. Здрасте, царь. Аутлет-центр такой молодой, но броский. В глаза бросается всякому, кто едет мимо. Тут вам все возможные мировые бренды и марки. И даже туалет. Просто отменный. Просторный и удобный, сухой и чистый, с мылом и полотенцами. Но разве нас остановит роскоши оазис? Дима, расскажи про бактерицидное мыло. Бактерицидная штука. Куда, смотрите, это какой-то косой в местном мужском туалете и женском. И хотя в женском не было, но я верю, что оно здесь там. При выходе есть бактерицидная фигня. Рай-маркет. Как будто у тети Рай из Одессы. Только тут ничего из Одессы. Да простит нас Одесса. Все сугубо финское и сугубо для финнов. И хоть магазин тот простый, скуп на внешние эффекты, никаких колонн и позолоты, широченных витрин и статных манекенов, но здесь есть все, что необходимо. Что называется, заезжай и затоваривайся. Ну, в общем, у нас двое, как заявлено. Откалулся, но скоро приколется. Приколется, я приколется, я приколется. Ну, правда, если за ним все лоси не побегут, там по лесу. А теперь сама Котка встречает проливным противным дождем и порывистым ветром.
Самое время предаться любимому финскому занятию – забиться в какое кафе и разбить чашечку другой кофе. Благо финны еще те кофеманы. Нет такой нации в Европе, которая с такой страстью не предавалась бы распитию этого чудного заморского напитка. Да, для тех, кто никогда не был в Кутке, сообщаем, город это хоть и невелик, не Хельсинки, но распластался по земле финляндской основательно. Далеко не есть концентрирован на морском Финского залива, то есть берегу. Основательными языками новых кварталов огибает добротно автотрассу, ныряет с холма в лесистые чащи и уходит длинными языками за горизонт. Кажется, кончился город Котка. А это его продолжение. Продолжение ведь следует, не так ли? Затекает вокруг, стали синими стали, и хочу вам сказать на прощание я. День прошел, скоро ночь, и вы, наверное, устали. Ленинград, вы родные друзья. Можно песню окончить и простыми словами, и сказать ленинградцам со спины тая, что надеяться вновь еще встретиться с вами. Ленинградцы, родные друзья.